Аламерт представляет. Всем привет, с вами Аламерт. Анонс нового дополнения World of Warcraft Dragonflight разочаровал большую часть фанбазы. Особенно синематик, который получился не таким эпичным и не таким богатым на события, как предыдущие. Поэтому в этом ролике я бы хотел предложить версию своего дополнения после Shadowlands, и связана она будет, конечно же, с малышом Тимми. Сейчас, когда невозможно оплатить подписку в WoW, самое время залететь на проект Cirrus и начать играть бесплатно. Крутые арены 1 на 1, 2 на 2 и Солока. Новые расы, новые локации, такие как остров Талгород. На выбор есть три реалма: Скорж X2, Алгалон X4 и Cirrus X5. Скорж – игровой мир с многолетней историей. На нем доступны все PvP и PvE нововведения. Уникальная система прокачки после 80 уровня. Усилки, черные бриллианты. Все последующие разработки нового контента будут сначала доступны здесь. Алгалон – сервер, приближенный к чистому 3.3.5. Этот сервер идеально подходит для любителей PvP-баталий. Режим войны включен везде, так что сражений будет много. А Cirrus – только что открывшийся игровой мир, стань первооткрывателем. Недавно на X5 открылся Ульдуар. У проекта стабильная работа более 10 лет, более 60 тысяч игроков в сутки, призовой фонд более 5 миллионов рублей на PvP и PvE активности. Поэтому переходи по ссылке в описании, регистрируйся и начинай свои приключения. Мой недавний ролик «Малыш Тимми. Главный злодей Warcraft» выстрелил почти на 100 тысяч просмотров. А это значит, что данный загадочный персонаж по-прежнему интересен аудитории. Кто еще не видел этот ролик, может посмотреть его по подсказке выше или по ссылке в описании. Это важно, потому что данный ролик будет своеобразным продолжением предыдущего. Итак, сейчас вы сможете увидеть мою версию синематика, а потом поговорим про фишки дополнения. Кстати, всех персонажей озвучил я, так что не пугайтесь. Я рад, что вы все откликнулись на мой зов. Тюремщик умер, а значит, пришла пора нам выйти из тени и начать осуществлять план. Верховный Экзарх, все готово? О да, мой господин. Весь Штормград верит, что я приведу их к светлому будущему. Мальчишка решил остаться в темных землях, что нам на руку. А если его ручной песик начнет лаять, посадим в клетку. Свет озарил Штормград. И народ готов следовать его пути. Отлично! Завтра ты отправишься в альтернативный Дренор. Ирель почти завершила великую чистку. Вместе с ней и армией света ты отправишься на трон Пантеона и обратишь в свет его пленника. Наконец-то я смогу отомстить Иллидану за Зеру. Да исполнится воля твоя, повелитель. Гаритас, Лордерон наконец-то твой. Пусть на рассвете твои люди займут его и ждут дальнейших указаний. Да будет так! Тише, тише, счастливчик! Скоро я дам тебе полакомиться свежей плотью еще чуть-чуть! Прошу прощения за задержку, повелитель. Наздорму! Рад, что ты все-таки пришел! Значит, все в сборе! Друзья мои, я вам всем доверяю как себе. Но если в сердца кого-то из вас прокралась тень сомнения касаемо нашей благородной миссии, я ее развею. Я видел миллиарды миров, наблюдал за эволюцией многих живых существ. Жалкие неразумные твари, ошибки, случайности, ничто. Эту реальность нельзя изменить, как считал Звал. Однако он выполнил свою роль. Предвечные допустили ошибки в самом начале созидания нашей вселенной. Где свет и тьма, там противостояние. Где противостояние, там боль и страдания. Этого быть не должно. Жизнь, смерть, порядок, хаос, изъян кроется в самих первородных стихиях. Зависть, гнев, насилие — все это порождение ошибок предвечных.
Многим из вас известно, что в детстве меня похитили гнолы, посадили в клетку в лесу и хотели съесть. После этого мои родные земли охватила чума и превратила нас в омерзительную нежить. Наш мир оставили на произвол судьбы, а смертные были вовлечены в бесконечную войну космических сил. С помощью машины созидания мы откатим время и создадим единую, могучую космическую силу, которая положит начало новому мирозданию с идеальной формой вечной жизни, где буду править я. И мне плевать на жертвы. Увы, эти жалкие миры сгорят, и все, что они знают и любят, исчезнет навсегда. Ради великой цели. Но вы, мои последователи, будете вознаграждены. Ваш вклад в наше общее дело неоценим. Но, повелитель, разве для таких целей нам хватит лишь одной души Титана? По моим подсчетам... Ты, как всегда, зришь в корень Ноздорму. Поэтому ты мне нравишься. И да, ты верно подметил, что для путешествия в начало времен нам потребуется зарядить машину тремя душами Титанов. Именно для этих целей мне нужен подконтрольный и верный свету Саргерас. Что ж, мы будем приступать. Завтра Азерот содрогнется от нашей мощи. На этом синематик заканчивается, и не надо никаких спецэффектов и эпика, здесь фишка в самом нагнетании атмосферы и чего-то ужасного. Спустя 20 лет подготовки Тимми и его свита выходят из тени, и их план начинает осуществляться. Но за благородные, на первый взгляд, цели скрываются детские травмы после похищения гнолами, превращения в вурдалака, смерти и возрождения. Тимми обезумел и не скупился на жертвы. Он не понимал, что у всего должен быть баланс. Там, где есть тьма, всегда есть и свет. А где есть свет, всегда будет и тьма. Желание создать единую космическую подконтрольную силу приведет все мироздание к краху. Бессмысленной, безжизненной пустоте. В этом дополнении мы бы отправились на две другие планеты с дремлющими душами. И те стали бы новыми зонами для прокачки. На них нам бы пришлось остановить слуг Тимми и не дать им завладеть душами Титанов. Можно сделать одну планету дикой, где цивилизация только начала свое развитие, а вторую максимально похожей на Азерот. От стилистики Варкрафта уходить далеко не стоит. Также будет рейд на Турелиона, где боссами были бы Фария, Ирель, Латраксиона, ну и финальный Турелион. Бывший паладин Лордерон окончательно поехал бы кукухой, ибо его мозги были промыты Зерой, и все это время он бы выполнял волю Тимми и надеялся, что единая космическая сила будет именно светом, и тогда ненавистные ему демоны и повелители бездны никогда не возникнут. Также будет рейд на Ноздорму, который сошел с ума из-за кошмарных видений будущего и собственной смерти, поэтому тоже посчитал все мироздание порочным и присягнул Тимми. Тимми же станет финальным боссом всего дополнения, однако в заключительном синематике Тимми смог бы сделать что-то непоправимое, поняв, что проиграл. Уничтожить машину созидания или откроет путь в мультивселенную. Давайте лучше вместе порассуждаем об этом в комментариях. То есть это дополнение будет по задумке как Warlords of Draenor, только нет. Вот как бы я видел следующее дополнение. Пишите в комментариях, что бы вы хотели поменять или добавить. Также обязательно подписывайтесь на канал, у нас цель добить 100 тысяч подписчиков. Если понравился ролик, ставьте ему лайк. Также не забывайте подписываться на Telegram при желании поддержать канал на Boosty. А с вами был Аламерт и всем пока.